В Жамбулской области предприниматели активно участвуют в благотворительности, оказывают посильную поддержку медикаментами, кислородными концентратами, а также продуктами питания. Так, сегодня социально-предпринимательская корпорация «Тарас» вместе с Абдигали Бегимбетовым сделали доброе дело во имя здоровья наших граждан. Подробнее об этом в следующем материале. На сегодняшний день частный предприниматель Абдигали Бегимбетов передал в больнице 10 кислородных концентраторов, которые сейчас просто жизненно необходимы по всей стране. Без этих устройств никуда, как только у больного появляется отдышка. Такой добрый жест является отличным примером для других предпринимателей нашего региона. Мы закупились всем необходимым фармацевтической компанией «Амир-ИД». Мы хотим помочь людям, ведь чьи-то родственники уходят из жизни. Нам необходимо справиться с этой проблемой вместе, сплотиться. Социально-предпринимательская корпорация «Тарас» совместно с предпринимателями региона запустили благотворительную акцию «Делай добро, помогай своему народу». Меценаты закупили необходимые медикаменты для заболевших граждан и теперь намерены бесплатно раздавать их нуждающимся. Предприниматели собрали около 1000 наборов за одну неделю. На сегодняшний день нами закуплены 10 комплектов концентратов для дыхательных путей, 5 из которых будет розданы в аптеке области и 5 в амбулаторные поликлиники области и 5 в городскую больницу. На сегодняшний день, кроме того, изготовлены 1000 комплектов для больных с первой симптоматикой. Предприниматели призывают принять эстафету добра и оказывать посильную помощь жителям области, так как помогать своему народу – это долг каждого гражданина страны. Елена Рабухонова, Азат Байтимир, 77 News.